Вот и настало время погрузиться в лучший европейский клубный футбол. Лига чемпионов стартует сегодня. Вот Ливерпуль. Игроки группы атаки будут цепляться за мяч при любой возможности. С обороной, как мы видим, здесь тоже все в полном порядке. Нам показывают состав команды гостей. Старая добрая 4-3-3 схема. Ничего принципиально нового. Тренер решил положиться на... Вот и настало время погрузиться в лучший европейский клубный футбол. Лига чемпионов стартует сегодня. Вот Ливерпуль. Игроки группы атаки будут цепляться за мяч при любой возможности. С обороной, как мы видим, здесь тоже все в полном порядке. Нам показывают состав команды гостей. Старая добрая 4-3-3 схема. Ничего принципиально нового. Тренер решил положиться на... Вот и настало время погрузиться в лучший европейский клубный футбол. Лига чемпионов стартует сегодня. Вот Ливерпуль. Игроки группы атаки будут цепляться за мяч при любой возможности. С обороной, как мы видим, здесь тоже все в полном порядке. Нам показывают состав команды гостей. Старая добрая 4-3-3 схема. Ничего принципиально нового. Тренер решил положиться на... Вот и настало время погрузиться в лучший европейский клубный футбол. Лига чемпионов стартует сегодня. Вот Ливерпуль. Игроки группы атаки будут цепляться за мяч при любой возможности. С обороной, как мы видим, здесь тоже все в полном порядке. Нам показывают состав команды гостей. Старая добрая 4-3-3 схема. Ничего принципиально нового. Тренер решил положиться на... Вот и настало время погрузиться в лучший европейский клубный футбол. Лига чемпионов стартует сегодня. Вот и настало время погрузиться в лучший европейский клубный футбол. Лига чемпионов стартует сегодня. Вот и настало время погрузиться в лучший европейский клубный футбол. Лига чемпионов стартует сегодня. Вот и настало время погрузиться в лучший европейский клубный футбол. Лига чемпионов стартует сегодня. Вот и настало время погрузиться в лучший европейский клубный футбол. Лига чемпионов стартует сегодня. Роберто Фирмино. Друзья, вы поворотом-то бить собираетесь или нет? Пасы это, конечно, хорошо, но надо же голы забивать. Ну, решай же! И делает он это, отличный гол забивает. Все четко он сделал, все как надо. Выводит он свою команду вперед этим ударом. Я не понимаю, чем в этот момент были заняты игроки обороны. Ну, видимо, не уследили, а к голкиперу особых претензий нет. Отбить с такого расстояния удар он никак не может.